К сожалению, его нет среди нас. Он ушел из наших рядов, но он прожил свою жизнь ярко, красиво и погиб как герой, прикрывая собой в полном, прямом смысле этого слова женщин, детей, своих земляков, своих соотечественников, отдал свою жизнь за Родину. Я, с одной стороны, выражаю слова соболезнования с тем, что сына большего вашего нет с нами, но, с другой стороны, поздравляю вас с тем, что вы вырастили такого сына, как настоящего героя, действительно. И хочу, чтобы эта звезда героя навечно осталась в вашей семье. Спасибо большое. Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими мирными средствами, мы, конечно, бы этот шанс использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.